Всем привет! Сегодня продолжим разговор о проекте Yamzu. Напомню, Yamzu — это проект, предназначенная для проведения киберсоревнований, продвижения киберспорта. Сегодня хотелось бы поговорить о листинге, его партнерах, а также о токене. Листинг планируется проводить на следующих платформах. На данный момент уже на многих ICO-трекерах данный проект есть. Ждем после проведения успешного ICO. Хочу напомнить, что SoftCap 3 миллиона евро уже собрано более 6 миллионов евро. Размещение на хороших криптобиржах. Партнеры данного проекта, вы можете видеть их сейчас на экране, это Maverick, Noku, Elmi и многие другие известные проекты. Также данный проект шумит в прессе. Можете увидеть, какие издания уже написали о них. Дорожная карта данного проекта рассчитана на стратегическую перспективу до второго квартала 2020 года. Примечательно, что данный проект уже существует. Распределение токенов будет выглядеть следующим образом. Токен Sale 72,1%, Advisor 0,7%, Bounty 1,8%, команда 3,6%, на листинг на биржах 3,6% и 18,1% будут зарезервированы. Собранные средства будут распределяться следующим образом. Маркетинг 49,6%, став и прочее 21,7%, блокчейн и смарт-контракт 12,8%, IT-серверы 6,2%, аутсорсинг 5,1%, софтвер 3,4% и администрирование и legal 0,9%. Токен сейл начался 25 июля, это публичный пресейл, ICO начнется в октябре. Софткэп данного проекта 3 миллиона евро уже собран, хардкэп 13 миллионов евро еще не собран. Цена одного токена, который будет называться EMZ, составляет 10 центов евро. Минимальная покупка токенов составляет 0,1 эфириума. 0,1 эфириума. Команда данного проекта вы можете видеть сейчас на экранах. Скажу, что это интернациональная команда. Чтобы подробнее с ними ознакомиться, переходите по ссылкам на их социальную сеть LinkedIn. Там вы можете проследить их достижения и карьеру. Адвайзеры данного проекта, среди которых есть наш соотечественник Даниил Морозов, также переходите и ознакомляйтесь с данными людьми. Рейтинг данного проекта на ICO-трекере ICO Bench по оценке алгоритма Bench составляет 4,4 из 5. Совокупная оценка, то есть эксперты плюс алгоритм Bench, составляет 4,2. Всего данный проект оценили 5 различных экспертов. Я могу сказать, что это хороший рейтинг для проектов, который уже оценен экспертами, а не только алгоритмом. Верификация команды пройдена успешно. И это является отличным триггером для сбора больших средств. Вот, в общем-то, на сегодня все, что хотелось рассказать о данном проекте. Еще раз уточню, что собрано уже более 6,5 миллионов евро, и хардкэп наполовину собран. Всем спасибо за просмотр. В следующем видео рассмотрим white paper. Чтобы подробнее ознакомиться с проектом, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. До свидания.